Олександра Кутас народилася 5 листопада 1993 року. Від народження не може ходити. Закінчила школу із золотою медаллю, потім Дніпропетровський національний університет, за фахом психолог. Перша і єдина в Україні фотомодель з особливими потребами. Волонтер у військовому шпиталі. Вільно володіє англійською мовою. Радник міського голови Дніпра з питань інфраструктури. Не любить слово «інвалід». Обожнює жовтий колір. В дитинстві мріяла про декілька життів, тепер про мир в Україні та свою щасливу родину. Рада вітати всіх на 9-му каналі. Це проект «Пані та панове». І сьогодні в мене гостя, тобто пані. Її звати Олександра Кутас. Можна Саша? Да. Можна Саша? Можна. Я специально не стала перечислять все твои ипостаси, потому что я не знаю, какую выбрать. Угу. Модель. Общественный деятель, психолог, волонтер, что еще? Советник мэра Днепра. Угу. Угу. Может, еще что-то забыла. Преподаватель. Да, вы знаете, я когда думала делать себе визитку, вначале это было не так сложно, можно было там написать что-то одно, а сейчас мы с моими друзьями шутим, что это должна быть какая-то такая двухсторонняя, где можно все перечислять, и люди устанут читать, о боже, что она еще делает. Что ты ценишь больше всего из этих ипостасей? То, что я умею переключаться на разные из них. То есть визитка. Саша Кутас умеет переключаться, да? Я еще не придумывала, какое оно будет, честно говоря, сейчас на самом деле это думаю, потому что важно, чтобы давать свои контакты, и было удобно связываться с людьми, людям связываться со мной. Вот. Но мне кажется, действительно, самое важное — уметь все эти деятельности, сложно сказать, вот какая, они выполняют для меня разные роли. Я вспоминаю, когда в детстве мне всегда хотелось, вот я думала, было бы здорово, если было бы несколько жизней, потому что можно было бы побыть там и садовником, и общественным деятелем, и певицей, в общем, много-много всего. И мне кажется, что я пытаюсь это воплотить в жизни сейчас. В одной жизни хотела бы быть мужчиной? Нет, вот это нет. То есть только женщина, в разных ипостасях. В этом есть масса достоинств, в том, чтобы быть женщиной. Вот. У тебя имя парное с мужским, Александр, да. И Александра. В нем есть определенная жесткость, определенный стержень такой, да, есть корень андрос, что означает мужественный. Поэтому я верю, что очень важно сохранять свою женственность. Женственность, очень, да? Важно. Поэтому я в последнее время, уже где-то полгода, как-то так ношу только юбки и платья, вот, и джинсы. Я не помню, когда я последний раз одевала джинсы. Все-таки, если забить в поисковик Саша Кутас, первое, что выпадет, это известная украинская модель на коляске. Да. Вот если вот ограничится известная украинская модель, будет недоумение, да, потому что мало кто из мира там шоу-бизнеса или фэшн знает такую известную украинскую модель. Но модель на коляске знают все, это меняет дело, да. Как это случилось? Ты такой родилась, да, к сожалению? Нет, я такой не родилась, у меня была родовая травма вследствие врачебной ошибки. То есть ты не ходила никогда? Никогда. Тебе 22 года сейчас? Да. Тебе, наверное, уже не больно об этом говорить, что ты не ходила никогда, ты привыкла к вопросам? Мне никогда не было больно об этом говорить, потому что, это реальность, с которой я жила с самого, я не знаю, как по-другому, поэтому... Мечтала ходить? Нет. То есть тебе изначально, когда ты уже стала сознательным, да, ребенком, сказали, что ты ходить не будешь, ты будешь вот такая, как ты есть. Знаете, или ты вообще не задавала этих вопросов? Я не задавала этих вопросов, буду ли я когда-то ходить. Но я помню, что родители хотели очень, конечно же, они прикладывали все возможные усилия для того, чтобы как-то изменить ситуацию. Вот. Но в какой-то момент я поняла, что, врачи говорили, что это уже сейчас, по тем технологиям, потому что я не хочу загадывать на будущее, никто не знает, правда? Сейчас технологии, медицина развиваются, я никогда не хотела надеяться на то, что что-то изменится, но не хотела ждать. И я помню, вот даже мне потом
папа рассказывал, что мне было лет 8 или 9, и я сказала, что я хочу наслаждаться жизнью такой, какая она есть. Я не знаю. То есть потратить изменить. Время на какие-то изнуряющие лечения, да, вытяжения, да. Операции, мне это казалось просто в это время жизнь проходит мимо, да? То есть она сосредотачивается на каком-то лечении, да? Да, я не хотела так жить. Вот, и поэтому, ну, мне кажется, я преуспела в том, чтобы заниматься много чем другим. Что бы ты все-таки выбрала, если бы ты выбирала? Вот если бы сказали, Саша, вот надо сейчас сосредоточиться и бросить силы вот на что-то одно. У тебя много энергии, и она нам нужна. Мы хотим ее использовать. Вот есть несколько там важных задач. Да? Какую бы ты выбрала для себя, зная, что ты можешь максимально ей отдаться вот сейчас? Вот та Саша Кутас, которая есть сейчас. Знаете, как обычно у меня это происходит, то есть я, вот есть путь в разных деятельностях, я его начинаю, и вот ты что-то делаешь, потом чувствуешь, что вот, ну, не идет, нет никаких изменений. Так у меня, например, происходило вот после Нью-Йорка с модельной карьерой, то есть вот был опять всплеск, было какое-то движение, потом я выбрала путь, и я шла по нему, мы делала разные вещи, я понимала, что мне нужен уже представитель, который будет представлять меня как модель на рынке, и я искала агентство, которое будет меня презентовать. Ну, в общем, тоже очень интересный такой опыт. Ты все это делала сама? Вот я очень долго, то есть вот я начала, я точку отсчета считаю такое серьезное начало именно профессиональной модельной деятельности, январь, 2 года назад, в общем, вот. И с тех пор я все делала, все, что я делала, конечно, я привлекала людей, спрашивала советы, насколько можно, но все, что я делала сама, и в этом был какая-то такая, с одной стороны, страшно, с другой стороны, много свободы, потому что нет никакого шаблона, по которому нужно идти. То есть все, что в какой-то... Это я было исключительно там мое желание обзвонить все телефоны Ukrainian Fashion Week, чтобы туда попасть. Это я подошла к Андрею Ксарымсакову, и мне сказали, что это дизайнер известный, в общем, перепутали, но я к нему подошла, начала рассказывать о своем проекте, о своих идеях. Я помню, как Андрей на меня тогда посмотрел и говорит: «Саша, мне очень приятно с вами познакомиться, но я правда не дизайнер, я фотограф, но я хочу с вами сделать проект». Вот дальше, когда получилось с «Разорви свои цепи» выставкой, когда мы провели ее в Киеве, у меня возникла идея презентовать ее на Ukrainian Fashion Week, и было очень здорово, что нас поддержал Владимир Нечипорук, когда мы обратились с Андреем с таким предложением. То есть капля долбит камень. То есть, ну вот, какие-то идеи, которые возникали, я просто горела этими идеями, старалась сделать так, чтобы их реализовать и по ходу искать людей, которые можно будет. В нашей стране твой случай все-таки скорее, к сожалению, уникальный. То есть немного людей с ограниченными физическими возможностями, да, как мы их называем, которые добились бы такого успеха на самом деле. Ну, в мире моды на самом деле таких моделей вообще... Я третья, поэтому... Вообще в мире. То есть мы не будем говорить, что все плохо в Украине. В мире с этим тоже не очень хорошо. Что нужно знать человеку, вот по-твоему, о человеке на коляске? Не знаю, мне кажется, ну, то есть у меня никогда не было вот этого вот какого-то... Я себя так не позиционирую. Мне не кажется, что мы с вами, например, чем-то сильно... Ну, мы просто вы личность, я личность, но кроме этого я не смотрю, я вообще... Ну, здесь... разные кресла просто, вот, и все. Да, только, ну, я не разделяю, я никогда не разделяла по каким-то расовым принадлежностям, по религиозным принадлежностям. Ну, для меня вот как-то всегда это не играло никакой роли. Я буквально лет 16, наверное, зарегистрировалась на каучсерфинге. Вот, и поэтому у меня есть огромное количество друзей самых, ну, потом в ходе моей деятельности у меня появилось также множество контактов, и у меня есть друзья из самых разных точек планеты, вот, с самыми разными вероисповеданиями даже, и поэтому я... Получается, что проблема не в обществе, а проблема в самом человеке на коляске, если он говорит, что его не понимают, его неправильно воспринимают, его жалеют, да, потому что очень многие же люди на протезах, например, на коляске, они говорят: главное не жалеть меня, я
самодостаточный человек, главное видеть во мне человека, не стараться мне помочь, там вот как-то навязчиво, да, то есть если я справляюсь сам. Навязчивая помощь, конечно, да, она странна, и больше скажу... То есть плохо не помогать и плохо помогать навязчиво? Ну, мне кажется, есть просто стереотипы определенные, которые у нас в обществе остались еще там со времен СССР. Вот, которым не было просто людей с ограниченными физическими возможностями. Они были, но... Ну, да, о них никто не говорили. Ну, по сути, как бы их не существовало в социуме как понятие какое-то. Да, они были отторгнуты, скажем так. Да? Вот, и поэтому, конечно, это длинный путь для общества тоже осознавать. И люди... Почему, я думаю, моя жизнь сложилась тоже так, как она сложилась, потому что моя мама приложила огромные усилия тогда, чтобы я пошла в школу, обычную школу, и я училась, как все ученики. То есть не к тебе приходили на дом? Нет. Ты ходила в школу? Я ходила в школу. А как ты забиралась... Меня отводили. По лестнице? У вас был пандус в школе? Нет, у нас не было пандуса в школе. У нас... Мы просто занимались, наверное... Кстати, первые три и класса... И он не появился... Нет, после того, как появилась в школе ты, пандус не появился. Я 10 лет там отучилась, пандус не появился. То есть ты не стала стимулом для того, чтобы появился пандус? Да, это же стала. Ужасно. То есть никому не пришло в голову. Но вы и не просили при этом, да? Ну, на самом деле, там это не сильно бы решило проблему, так как лестница достаточно такая при входе в школу. То есть, я не знаю, для этого нужно какое-то экспертное архитектурное мнение. Как... Я думаю, там ну, что-то, за 10 лет можно было что-то, можно, что-то можно сделать. Но я, на самом деле, очень благодарна своей школе, потому что у меня были прекрасные преподаватели, и Наталья Ивановна, человек, который... В общем, все преподаватели спускались к нам на первый этаж, в первый кабинет. То есть, ну, вы знаете, после пятого, кажется, класса, когда... Кабинетная система, да. Когда нужно ходить, вот все преподаватели спускались к нам, потому что то есть я училась. Они изменили систему для из-за тебя и для тебя. Да. А как в классе к этому относились? Все, наверное, хотели ходить по кабинетам? Нет, я такого не помню. А из-за Саши? Нет, наоборот, было круто. У нас был самый классный кабинет в школе, и он был наш. Мне кажется, там тоже, опять-таки, вот про социум, так как я появилась в классе, когда всем было по 6 лет, все были детьми, и тоже детей еще нет вот этих каких-то там навязанных стереотипов или чего-то такого, и поэтому... Не знаю, мне кажется, вот они как-то изначально привыкли, что вот есть я, есть Саша, она такая, и мы дружили, и, ну, то есть... У вас очень яркие глаза, очень красивые, они горят, в них энергия. Давайте откроем ваши глаза, уберем волосы, вот чтобы зрители тоже видели. Вот мне кажется, что когда вас увидели в детстве, вот увидели тот огонь и ту энергию, которая исходит. И такому человеку нельзя отказать, и такому человеку нельзя помочь, и такой человек... Ну, не вызывают вот ту жалость, да, которую обычно у нас вызывают, ну, какие-то очень там маленькие, чахленькие там животные, например, да. Ну, я надеюсь, что не вызывают, конечно. Хотя я когда была ребенком, вот я помню, в первом классе, мне было страшно отвечать вот на уроке, поднять руку и отвечать. То есть была робкая девочка? Я была очень робкая, стеснительная девочка. Ну, я думаю, что это не относится к тому, к твоим особенностям другого рода. Я тоже была очень робкая девочка. Я была очень робкая, вообще, ну, как бы, мне кажется, если там сравнить, это огромная разница, да, там, что сейчас я могу делать, куда идти, с кем разговаривать, ну, и так нормально, далее. Нормально. Вот, ну, просто зато ты в то время не выплеснула всю свою энергию, ты ее так расходовала аккуратно, и ее тебе хватает. По крайней мере, я думаю, виден рост. Ты закончила золотой медалью. Да. Все говорили, наверное, это потому, что она усидчивая, да? Или не говорили? Да нет, не говорили. То есть, чего у меня были там любимые предметы, которые мне нравились. А какие любимые предметы? Я очень любила литературу, особенно в последних классах. Uh-huh. Очень любила уроки литературы. Uh-huh. Вот. И я четко знала, куда я хочу поступать и кем я хочу быть. Я вообще вопрос, кем я хочу быть, меня интересовал лет с 12. Uh-huh. Вот. И я всегда очень серьезно подходила к этому вопросу. И причем, мне кажется, ну, вот мои друзья подтвердят про то, что я была, наверное, первым, кто вот настолько серьезно и настолько всегда вот я очень хотела выбрать, кем же я хочу быть. Ну, это же была не модель? Нет, не модель. Это психолог? Да, в 13 лет я захотела быть психологом. Да. Был какой-то щелчок особый к тому, чтобы ты захотела? Стать психологом? Ну, вот я не могу вспомнить какого-то такого...
Озарение. Озарение этого не было, я просто много... У меня была энциклопедия про разные профессии, и я ее читала. Вот, и мне было интересно, я читала о том, кто чем занимается, как это вообще... И мне вот психология была близка, причем мне казалось, что... Ну, я абсолютно не жалею о том, что я получила психологическое образование. Я уверена, что благодаря этому опыту в своей жизни я сейчас тоже там, где я есть. Ну, я прочитала в одном из интервью, которое ты давала, что психология помогает тебе объяснять миру что-то о таких людях, как ты в том числе. Потому что не все люди могут, ну, не у всех людей хватает там душевного такта и знаний, да, правильно сформировать отношения. То есть психология помогает обществу меняться. Я очень верю в психологию, вообще науку. Это, ну, что значит верю, это не астрология, чтобы в нее верить или нет, это наука. И мне кажется, что она мне действительно дала, это больше понимать себя, вот, чем... И это важно, потому что я думаю, если бы я смогла в какой-то момент признаться себе, что вот, например, я хочу быть моделью. Когда тебя называют инвалидом, тебя это задевает, обижает или это обычное слово? Это некорректное слово. Меня это не задевает и не обижает, было бы, ну, как бы, слишком много энергии тратить на такие мелочи. Вот, но это некорректное слово, и вообще как-то вот у нас в русском языке, да и в украинском тоже, ну, вот, не знаю, нет какого-то слова, которое... Мне нравится с особыми потребностями, например. Вот, ну, потому что в этом что-то есть такое, мы часто шутили про там, особые потребности. Лучше особые потребности, чем ограниченные физические возможности, да, правильно? Да, да. Что для тебя, в чем ты ограничена, вот все-таки, да, вот скажем честно, все-таки есть ограничения для тебя? Конечно, любой бордюр, который там больше 2,5 сантиметра, и уже все, какая бы Саша ни была там уверена или чего бы она ни хотела, мне нужен мужчина сильный, чтобы преодолеть там бордюр в 2,5 сантиметра. Сколько весит твоя коляска? 7,5 килограмм. Всего лишь? Да, мы не тяжелые. И Саша каких-то там 40 максимум, наверное, да. Ну что, нормально, можно. Есть рядом руки сейчас и плечо? Или ты в поиске? Конечно, помогают. Мне нужно, я же говорю, мне нужен мужчина на каждом бордюре, поэтому, конечно. К каждому же бордюру мужчину не приставишь, это должен быть какой-то один мужчина. Поэтому надо город менять, вот, потому что, если вот, знаете, я в какой-то момент поняла, что я как девушка, мне не сложно. Ну, я, во-первых, уже привыкла, а во-вторых, как девушке мне не так сложно просить помощи, и в этом даже что-то такое есть, что сейчас женщины очень сильные. Что помогает тебе сохранять ту женственность, да, о которой ты говорила. Да, что сохранять ту женственность, быть в чем-то слабой и получать от этого даже какое-то удовольствие от того, что вот там передо мной стоит держать дверь, когда я выхожу, вот, и так далее. Было чаще уже сейчас случаи, когда это делают автоматически, не спрашивая, вам помочь? Вот видно же, что надо помочь, но у нас еще такая тактика, да, вам помочь? Нет, на самом деле спрашивать, ну, как бы я не вижу в этом ничего плохого, потому что не все же каждый день знают, как управлять инвалидным креслом, правильно, поэтому, ну, это тактично. Тем более, а вдруг я не перехожу вообще дорогу, если кто-то схватит и понесет, это будет очень... Переведи бабушку через дорогу, очень... бабушке туда не надо. Да-да-да, ну, поэтому нет, как мне ералаш, кажется, да. Адекватно задавать вопросы. Здорово, когда там... И я не знаю, сколько раз уже в своей жизни я объясняла, и, ну, каждый раз мне это... Ну, господи, я надеюсь. Это как испытательный стенд для многих людей, да? Потом, встречая других таких людей, они уже знают, я как надеюсь, с ними обращаться. Я надеюсь, что я хорошо объясняю. Ты настолько толерантная и настолько спокойная, да, и красивая, что вот хорошо, что не встретили тебя, потому что есть же люди злобленные на самом деле. Есть такие? Я думаю, да. У нас, ну, по-моему, не только люди с инвалидностью, у нас вообще в обществе сейчас достаточно напряжение. Много. Да. Ну, и оно объяснимо. Когда началась война, ты пошла волонтерить в госпиталь. Да. И там раненые тоже с ограниченными, скажем, возможностями, временно или постоянно. Как они к тебе относились? Они тебе доверяли вообще, да?
То есть их же нужно там некоторых переносить, там переворачивать, да, что-то mm-hmm. еще делать. То есть нужны там крепкие такие санитарские руки. И тут въезжает такая фея. Что она может? Что ты могла там делать? Я, ну, как я себе видела вообще свою роль, это просто поднятие, не знаю, боевого духа. То есть, когда ты приходишь, мы... В тот момент был футбол, был чемпионат мира, mm-hmm. кажется, по футболу, mm-hmm. да. Вот, и мы приезжали, я приезжала и просто болтали обо всем. Расслабляла их. Да, да, мне кажется, mm-hmm. людям было важно, чтобы с ними просто говорили, как с людьми. Вот без каких-то там определений, что или жалеть, или переживать, или... Я, ну вот просто поболтать, о чем-то отвлечься. Вы в этой ситуации были похожи, в общем-то, да? Потому что когда у нас видят человека в форме, сейчас уже mm-hmm. особенно, люди, которые раньше этого не замечали, перещелкивается тоже какой-то тумблер внутренний, да, и ты думаешь, вот он герой, например, да, mm. а если он еще и ранен, то ты уже тоже как-то вот какую-то особую маску надеваешь, какую-то скорби или такое сочувствие, а как раз многие... Или неловкости, ты не знаешь, как сделать так, чтобы он не чувствовал себя ущербным в твоем присутствии, да, потому что часто же бывает так, что, ну, нас же не учат вот правильному сочувствию в таких mm-hmm. ситуациях, да. А нужно об этом говорить, что когда ты такой заходишь весь красивый, там, на каблуках, да, ну, я себе в данной ситуации такой весь здоровый, благополучный, и сталкиваешься с человеком, который этого всего лишен, да? И ты думаешь, так, я, по-моему, слишком хороша, надо пойти там умыться, там проливали. Знаете, у меня просто несколько моментов, которые, ну, было много чего, что, конечно же, там запомнилось после моего опыта волонтерства в госпитале, но меня приятно вот поразило, и, наверное, навсегда останется в сердце, насколько мужчины хотели и старались вот быть мужчинами, и когда меня пытались, я приходила, там я один раз пришла, я испекла пирог домашний, а меня все время там пытались накормить. Вот все время я понимала, что отказываться, в общем, неправильно будет. И меня все время пытались там чаем напоить, накормить. А потом была один раз ситуация, когда я зашла в палату, и передо мной лежал молодой человек. Вот у него было, ну, какое-то серьезное ранение ноги. Вот, и потом я увидела, что он встал, ну, мы с ним болтали там о чем-то, и потом он встал на костылях, подошел сзади меня и закрыл дверь. Угу. Сказала, сквозняк? Что, да, угу. сквозняк, вас продует. Угу. Я это говорю, я же могла просто, ну, мне было несложно развернуться, его закрыть, но это было так здорово. Это так трогательно. Это было так вот, ну, по-настоящему, по-мужски, потому что вот... Мне кажется, что когда такое видишь, есть вообще какая-то вера. Видя тебя, он стал сильнее. Да, да. Вот захотелось быть мужчиной, это самое важное. Мне кажется, в этом роль женщины, чтобы мужчинам хотелось быть мужчинами. Быть сильнее. Я думаю, что тогда и силы найдутся на самом деле. Может быть, он и сам не подозревает себе такого. Я слышала, что ты пыталась петь или не пыталась, а пела. Ты пела или ты поешь? Сейчас нет, однако у меня желание было вообще, чем я только не занималась, чем мне только не нравится заниматься. Я играю на пианино, я изучала, ну, свободно владею английским, но еще пыталась изучать в свое время испанский и французский. Uh-huh. Но вот как-то, потому что мои друзья, которые испанцы, uh-huh. они очень хорошо говорят по-английски, у меня стимула... было недостаточно, mm-hmm. чтобы заговорить. Всем изучать другие языки, да, уже все понятно. Вот действительно стало как-то тяжелее, поэтому вот вокал — это одно из тех направлений, которые это больше, ну, для себя, и пока я просто когда-то, у меня было желание сделать подарок близкому человеку, я решила, что надо записать песню. Mm-hmm. Почему бы и нет? Да, ну вот что-то необычное, что-то, чтобы запомнилось. Ты была в Нью-Йорке, mm-hmm. а где ты еще была в мире? Я была в Европе, угу. разных. Причем в Европе ты впервые побывала, когда ты еще была школьницей, насколько я понимаю, да? Или нет? Или это уже было студенчество? Ну, самый первый раз я не помню, потому что тогда меня родители... Со школой телевидения, да, там ты куда-то что-то? Ездила? Со школой телевидения ты ездила? Нет, со школой телевидения мы как раз ездили в Нью-Йорк. Ага, мне было 16 лет, да, и мы ездили представлять вот студию. А как тебя родители отпустили? Ты же без них ездила? Студию вместе. Летала? Без мамы. С мамой. С мамой были, угу. да. Угу. Вот. Да, мы ездили представлять студию вместе в Нью-Йорке.
Было здорово, был такой тоже интересный опыт, и было много делегаций из разных стран. Вот, мы представляли Украину. Было здорово, что я умела говорить на английском. Никаких проблем с коляской твоей не было? Знаете, когда меня спрашивают, понимаете, это часть моего быта и моей жизни, поэтому, когда меня там спрашивают что-то, очень сложно вспомнить, ну, наверняка, что, конечно, были какие-то, они есть везде. Ну, вот смотри, в 16 лет ты полетела в Нью-Йорк, и, да, в общем-то, не вспоминаешь никакого негатива, вплоть до, там, погружения в самолет, да? И я читала недавно на Фейсбуке, что ты впервые, недавно воспользовалась услугой особого вагона на железной дороге. Да. То есть прошло 6 лет, да, с тех пор, как ты впервые полетела в Нью-Йорк. И впервые использовала вот эту услугу в Украине, да? Ну, здесь же поезд, а не самолет. С самолетами у нас вроде как, слава богу, все нормально. Вот. Но тем не менее, да? Ну, я, скажу вам, я не знала о том, что она есть очень долгое время. А потом мне рассказали об этом, когда вот я ехала на Ukrainian Fashion Week, другие девочки. Вот, я узнала о том, что это есть, и я начала методично каждый раз, когда еду в Киев, писать письмо, заявление. Вот, ну вот один раз мне его дали. То есть нужно сделать заказ, да, и... Да, причем за долгое время, вот. Ну, ты говоришь, ты не знала, что такое есть. Но если есть такие люди, то значит, должна быть такая услуга, правильно? Конечно. Не, во всем мире, конечно, это есть, я представляю. Я знаю, что у тебя есть проект безбарьерного города. Ну, как минимум, безбарьерной части города, да? Да. Вот там, где ты живешь, на Победе, ты обследовала каждый куст. Нет, это не там, где я живу, на Победе. Не там, где ты живешь. Нет, потому что, ну, я же не исходила из себя, чтобы делать... Нет, ну, можно же начать со своего ареала, да? Мне кажется, что, как это делали за рубежом, начинают обычно с центральной части города, вот, потому что она самая посещаемая, вот, а дальше уже поэтапно смотреть по карте, где расположено какое количество людей, которые... Ну, хотя, опять-таки, безбарьерность — это понятие не только для людей с инвалидностью. И когда мы считали свой проект, то больше 30% населения Днепропетровска получило бы пользу от... Были бы благодарны. Да. Это мамы с колясками. Мамы с колясками. Этого, папы, да, с колясками тоже. Бабушки с колясками. В общем, да, пожилые люди и так далее. Это огромный... Да, любой человек, который получил перелом, например, или ушиб, или просто неважно ходит, или просто даже устал, скажем так, да? Можно же, знаете, как говорят, или так устал, что еле волочит. Или с чемоданом, который надо... Совершенно верно. Да. Это огромное количество людей, которые... Вот тут переход, который... На левом берегу, да, наверняка вы тоже обсуждали между собой, и сейчас очень много обсуждают. Изначально, когда его строили, шла речь о том, что будут предусмотрены подъемники, да, в итоге эти подъемники не годятся для колясок, и для мам с колясками не годятся, ни для кого они, судя по всему, не годятся. Как в мире решают проблемы вот таких насыщенных трасс, скажем так? Ты же это изучала? Я не архитектор, вот, но... Второй советник Юра, который архитектор, и мы с ним... Советник мэра. Советник мэра. Вот, Юра, ну, на самом деле я вообще не видела таких переходов нигде. Начнем с этого. В Америке нигде. Где есть огромные автобаны, где огромное... какое количество машин, да, практически там на каждую американцу. Нигде не делают вообще таких надземных переходов. Что это такое? Поэтому... Мне кажется... То есть вы тут впереди планеты всей? Вот, ну... Или позади. Или очень сильно позади. Вот, поэтому, мне кажется, вообще идея, сама идея именно такого способа решения проблемы была... Ущербна изначально. И теперь нужно что-то думать и придумывать, как это... Мы просто сейчас напомним нашим зрителям, что Саша Кутас, модель на коляске, назовем ее так, недавно стала советником мэра Днепропетровска. По каким вопросам? По вопросам доступности. По вопросам доступности. Mm-hmm. Он сам позвал тебя или ты достучалась? Я писала, ну, в течение некоторого времени. А ты писала, что ты хочешь быть советником, или ты писала, что у тебя есть идеи? Я не писала, что я хочу быть советником.
Я говорила о том, что у меня есть проект, есть идея, есть большое желание. И вообще, что нужно обращать внимание на эту проблему, потому что у нас вообще, ну вот до совсем-совсем буквально недавнего времени такое ощущение, что на государственном уровне об этом серьезно не говорили. И на самом деле мой опыт волонтерства в госпитале тогда меня очень сильно промотивировал что-то менять в городе, потому что я увидела, ну, я привыкла справляться там со своими проблемами, да, и сложностями, которые приносят то, что Днепропетровск не безбарьерный город. Однако, когда я представила и увидела, каково это мужчине, который защищал родину, который получил ранение, и теперь он не может быть независимым, которому постоянно на каждый там 10 метров нужно просить помощи, то я даже не представляю, насколько это тяжело. И мне кажется, что сейчас всегда война служила огромным стимулом для государства менять в самые кратчайшие, самые быстрые сроки что-то в этой сфере. Потому что, ну, как это так? Это же просто противоречит правам человека, когда человек готов идти и рисковать своей жизнью за родину, и потом он возвращается в эту родину, ему говорят, теперь это твои проблемы. Он никому не нужен, да. Это же дико. И... Ну и получается так, что не заботясь об этом, мы таким образом плодим новую армию беспомощных, попрошаек, иждивенцев, да, то есть человек может получить инвалидность, как-то на нее там жить, выживать, не знаю, но не может быть полезным обществу никаким образом другим часто, да, если он конечно. Не айтишник, допустим, и не работает за компьютером, он может делать что-то другое, но он... Действительно, им очень трудно себя найти. Люди, которые могли бы работать, платить налоги и приносить пользу себе, обществу и государству. То есть война тебя простимулировала еще больше? Да. Хотя этот проект родился раньше. Нет, он родился как раз после моего волонтерства. А, вот так. Я до этого не верила. И в то, что вообще что-то можно будет изменить в Украине в этом смысле, мне казалось, что это займет десятки лет, я состарюсь. Вот, и это будет не так актуально. Поэтому просто у меня не было в моем окружении других людей с инвалидностью. Uh-huh. Вот, и поэтому для меня это всегда была моя личная сложность, uh-huh. с которой uh-huh. вот там... Те, которые меня окружали, помогали мне uh-huh. как-то преодолевать. И тогда, когда я увидела, что это далеко не только моя личная проблема, и что нужно что-то с этим делать, если не сейчас, то Украина, я не знаю, когда тогда начнет этим заниматься, потому что Америка, именно после войны со Вьетнамом начались серьезные большие изменения, вообще в целом программы политической. Начали об этом задумываться, и сейчас Америка является одной из самых доступных стран в мире. И у меня есть друзья, которые работают, они мне рассказывают истории, когда им приходится через суд долго добиваться, чтобы, там, например, в аэропорту есть какая-то кабина, в которой чисто физически никогда не будет работать человек с ограниченными физическими возможностями. Ну, она не... Эта работа невозможна для такого человека. Но все равно они обязаны делать там пандусы, и хотя он туда вообще не зайдет даже ни по каким причинам, они обязаны, они пытались судиться за то, чтобы не делать. Там вот не но только пандусы, закон, но еще и уборную. Делать везде, да, и закон не просто... У нас тоже есть закон. Не знаю. И у нас мы подписали конвенцию ООН в 2009 году по вопросам инвалидности. У нас по-прежнему строят. Почему нас никто не наказывает за то, что мы ее не выполняем, а? Есть какие-то органы, которые могут вот нас наказать? Нас надо наказывать, иначе мы не делаем. На самом деле, это, мне кажется, это вообще большая украинская проблема, то, что у нас законы не соблюдаются, и это касается не только вопросов доступности. У нас много где, к сожалению, вы с Юрой Лозовенко, первое, с чего начали, насколько я знаю, обследовали само здание горосполкома, да, на предмет безбарьерности. Да. И вы нашли там признаки безбарьерности или нет? Борис Альбертович сказал, что он хочет, чтобы горсовет был примером, и что нужно начинать с себя, и я с этим согласна. Там есть пандус, по-моему, да? Да, там есть. Ну, дальше пандуса ничего не идет, да?
Нет, почему? Там был подъемник, ну, есть подъемник, вот, который до того, как я туда пришла, очень давно не включали, поэтому мы полчаса искали человека, который знает, как его включить, но нашли. И теперь стряхнули все знают. Пыль, да? Да, 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 стряхнули пыль, заработала кнопка, заработал подъемник, вот, будет оборудовано две уборных комнаты, будет сделан нормальный пандус в сессионный зал, будут убраны пороги, где они есть, чтобы они не мешали входу в кабинеты. То есть таким образом кто-то из тебе подобных может стать депутатом теперь смело и посещать сессии, да? Ну или просто записаться и пойти к кому-то из депутатов на прием. Тебе не предлагали остаться в Америке или где-то в другой стране, где ты проявляла себя как модель? Оставаться работать. Пока контракта у меня ни с кем не подписано. И сейчас я веду переговоры в этом направлении. Даже буквально сегодня у меня будет звонок. Вот. Это за граница? Да. Это потому что в Украине... А с кем работать в Украине как модели? Я не знаю. К сожалению, у наших агентств... Ну, пока это только зарубежный рынок. Ну, ты же можешь изменить ситуацию, ты же можешь стать первой в Украине. Я открыта всем предложениям с вот дизайнерами. Она я, берите, предлагайте. Да, то есть, мне кажется... Они не понимают своего счастья просто, они же могут прославиться вместе с тобой. Ну, вот на честно, весь мир? На весь мир. Скромно скажу я. Ну, серьезно, то есть да. Это прецедент, на самом деле да. Это прецедент. Ну, если в мире есть еще две, допустим, да, то в Украине ты одна. И человек, который... станет рядом с тобой, да, пусть его буквы будут мельче, например, а пусть они даже будут такие же, но он же только выиграет. Конечно, просто если тогда Daily Mail написала просто о том, что, ну, во-первых, я существую, и о том, что я была на украинской неделе моды, и это вызвало такой огромный резонанс в медиа, и это перевели на 12 языков, вот, и перепечатали. А в Украине был такой же резонанс? А, да, в Украине тоже был. Тоже был. Да. И есть. Мы поддерживаем. Ну, если ты заключишь контракт и уедешь, то что же, мы же останемся без советника. Ну, скажем так. Или ты будешь советовать на расстоянии? Дистанционно. Сейчас я прописываю с помощью экспертов, с которыми я общаюсь из-за рубежа. У меня есть... Уже в моем расписании мне еще предстоит как минимум 6 звонков по скайпу в ближайшую неделю с различными по таким же вопросам советниками города Лондона, Чикаго. На днях я разговаривала с Бельгией. Вот люди делятся опытом, делятся стратегиями, наработками, присылают буквально свои презентации, как они начинали, как они пришли. Это действительно невероятно... Я получаю огромное удовольствие от общения, потому что если хотят помочь, они вообще приятно, что первый раз кто-то обратился из Украины и вообще из Восточной Европы с просьбой о совете, о том, что поделитесь, пожалуйста, опытом, как у вас получилось сделать так, что Лондон самый доступный город мира. То есть если ты станешь моделью все-таки, да, вот уйдешь в это, ты не бросишь социальную работу? Нет, не брошу. Я всегда, ну, для меня это было очень взаимосвязано. Я тогда, когда начинала вот свой проект по безбарьерному Днепропетровску, мы же ходили к чиновникам, мы презентовали свой проект в исполкоме. Вот я путаюсь в названиях всех этих зданий. Вот, и нам сказали, что он классный, что мы молодцы, что он очень нужный. И всё. Он не такой дорогой на самом деле. Есть вещи гораздо дороже. Есть, да, мы тогда считали, тем более, что... Тем если внедрять поэтапно, в 2012 году 17 тысяч евро было потрачено на фейерверк на День города. А проект, вот первый этап стоит сколько? 50. 50 тысяч евро. Долларов. Долларов. Мы тогда, когда считали... Ну, опять-таки, это с индексацией, я не знаю, это было полтора года назад, когда мы это считали. Вот, ну, да, то есть... Вопрос в ценностях. И, конечно, сейчас самое главное — это написать программу, которую вот сейчас буквально на днях
дописываем. И связаться с одним из следующих первых таких шагов будет, хотим сделать круглый стол со всеми общественными организациями, которые занимаются вот вопросами людей с инвалидностью, чтобы вот был налажен этот контакт. Я очень этого хочу между общественными организациями, людям, которым не все равно, и государством. В общем, не бросай нас, хорошо? Не будешь? Я постараюсь, конечно. И всегда, всегда для меня было, чем бы я ни занималась, все равно вот эта вот цель сделать что-то, чтобы Днепропетровск был самым доступным городом в Украине, она есть. И мне очень этого хочется, потому что есть масса причин, почему именно Днепр. И кроме того, что я здесь выросла, и, понятное дело, мне хочется что-то изменить в этом. Есть еще другие причины? Ну, мы же прифронтовой город, в который приезжает огромное количество людей с ранениями. Я хочу, чтобы у них была возможность выйти и прогуляться по нему, чтобы это было чтобы хотя бы в Днепре они чувствовали себя комфортно, чувствовали людьми. Что они могут жить дальше активной жизнью. У тебя есть любимый модельер? У меня есть любимые бренды. Да, есть. Ну, вот модельер, есть. С которым ты бы хотела работать, например, есть мировой? Mm-hmm. Какой-нибудь дом, модный дом. Это будет попсово звучать. Хорошо, мы никого не рекламируем. Да, окей, ну есть. Да, есть. А любимый цвет у тебя какой? Желтый. Почему? Есть объяснение или просто? Нет, любовь просто желтый, да. Я сегодня по мне не скажешь, ну, не но важно. У меня дома, у меня блокнот желтый, там рюкзак желтый, все, что можно у меня. Солнечный. Желтый. Мне очень нравится. Я помню, я хотела себе на выпускное желтое платье. Было? Так, нет, было красное. Я не нашла идеального желтого платья. Будем считать, что красный — это разогретый желтый. Очень разогретый. Очень разогретый, очень жаркий. Да. Ну, мне как брюнетке красное идет, поэтому... Это правда. А любимое время года какое у тебя? Раньше была осень, вот. А сейчас сложный вопрос, потому что, мне кажется, у нас с нашим климатом времена года какие-то такие очень неоднозначные, вот. Поэтому мне нравится весна. Зимой сложно. И зима какое-то такое как время года, когда тебе хочется, не знаю, читать книги и пить чай, вот, mm-hmm. а не... менять мир. Что для тебя лучше, чай или кофе? Я не пью кофе вообще. Угу. Никогда не пила? Никогда не пила. У меня подруга, однажды она большой любитель кофе, и она пригласила меня к себе и сделала латте с мороженым. Я съела мороженое сверху. А кофе оставила? Да, я говорю, прости, не мое. Я пью чай. Кошки или собаки? Собаки. Кого ты больше любишь? Ты собачница? Я собачница. У тебя есть собака? У меня есть собака. Какая? Такса. Ух ты, я почему-то так и думала. Что? Собака такса? Да, такса. Ты ее выгуливаешь? Нет, я ее не выгуливаю. Сложно? Сложно. Угу. Она тянет слишком сильно. Она вот. Выгуливает тебя, я поняла. Да. То есть она слишком тебя тянет. Она слишком сильная, угу. чтобы я ее любимая выгуливала. Музыка есть у тебя? Конечно, есть. Я вообще у меня достаточно резноманитные такие вкусы в музыке. Я люблю джаз, очень люблю джаз, и все время в поиске концертов живого джаза. Причем mm-hmm. мне не обязательно, чтобы это... Я люблю каверы. Mm-hmm. Я очень, вот не знаю, одно из самых любимых для меня — это даже когда берут любые популярные рок-песни и делают джазовые обработки, я получаю от этого огромное удовольствие. Mm-hmm. Ну вот в Днепропетровске обещают возродить джаз на Днепре фестиваль. Это будет для тебя подарок. Это было, тем я более не слышала, это будет даже на пленэре много. Я вот, даже не можно слышала. Будет поехать в парк, просто слушать. Классно. Класс, будет, да? Звучит. Ты вообще шикарно. Тусовщица? В смысле... Ну, ты любишь вот на концерты ходить, конечно. На какие-то фестивали приезжать, где много людей, какие-то такие вот, да, не знаю, события такие массовые, да? Да, конечно. Нравится? Я журналистикой же еще занималась в своей жизни. Ну, да. Вот, и поэтому я любила ездить на различные мероприятия, общаться с людьми. Это круто. Люблю концерты. Что тебя вдохновляет сегодня? Кроме собственных успехов же, должно быть что-то извне, наверное, а да? А всегда вдохновляет что-то извне, потому что, ну, как-то сам себя, не знаю... Всегда сейчас очень вдохновляют люди. Ну, есть люди, конечно, которые очень вдохновляют, есть, нет, но очень вдохновляет общение с людьми, потому что вот
когда похожее видение, когда похожие идеи, и ты чувствуешь, вот, что люди тоже этим горят. Вообще, мне кажется, что самое главное в жизни — это иметь страсть. И вообще иметь желание к чему-то. Потому что вот когда тебе ничего не хочется, это самое страшное. И вот когда есть вот эта страсть, то все какие-то барьеры, они становятся намного вообще менее заметны. Цель видишь, вот, себя, да, веришь. Тебе хочется, ты... Я всегда верила больше... Ко мне вот какая-то вера в себя начала приходить позже, со временем. Всегда была больше вера в идею. Вера, вот страсть, вера в идею, это как сейчас. Ну, то, чем я занимаюсь сейчас, это тоже про страсть и про веру. Я верю в то, что очень нужна... Вообще, в целом, идея беспарьерности и доступности Днепропетровска — это же не только вопрос там, государства даже, и это не только вопрос из исключительных людей. Каждые люди, которые вы открываете бизнес. И вот когда я слышу про то, что мне там иногда бывает хозяин ресторана или кафе какого-то рассказывает, вот у меня там есть подруга или друг в инвалидном кресле, вот поэтому я там делал пандус. Ты думаешь, нет, ну вот у нас неправильно только немножко... Только поэтому, только потому что только тебя потому, это что... лично коснулось. Да, потому что тебя это лично коснулось. А если коснулось. Бы не коснулось, ты даже не подумал бы об вот этом. И это никогда. Настолько неправильно про то, что вот не выполняется, во-первых, закон, но это может, такое. Может, нужно говорить об этом детям больше? Я очень хочу, это одна из идей... Начинать вот... Одна из идей, которые есть, это которые тоже практика из-за рубежа, когда в школах, я очень надеюсь, что нам удастся это реализовать, когда в школах проводятся такие тренинги, когда детки, например, с завязанными глазами ходят, чтобы почувствовать, как это, когда ты не видишь и так далее. Это важно, конечно, потому что, ну, не в, к сожалению, у нас ну, нет в школах тоже вот таких, где как я была, когда училась. Ну, мне кажется вообще, что мы сейчас просыпаемся от какой-то спячки такой, потому что очень много появляется книг на эти темы, о слабовидящих, слабослышащих, да, много переводных книг, много своих книг, детских. Больше мне стали кажется, об этом говорить что в прессе, у нас... больше. Недостаточно много, но больше, да? И причем говорить о каких-то победах, да, скорее. Вот выставка, которая была в Дираме, помнишь, да? Это же победа на самом деле. Это же еще там, ну, 5 лет назад просто невозможно было. Это эстетика, ну, довольно странная для нашего зрителя, да? И тут вот она такая жизнеутверждающая и такая классная. Ну, это на самом деле победа. Она такой ценой далась, конечно же. Но тем не менее, это победа. Очень здоровская выставка, я была там. Переможцы, да. Да, переможцы. Ну, хотелось бы еще сказать, что очень я как свою роль хочу донести идею того, что у нас сейчас вообще вопросы доступности и безбарьерности рассматриваются так, как будто бы, если мы это делаем, мы хорошие и добрые люди. Это очень неправильный изначально подход, потому что на самом деле безбарьерность, она стимулирует туризм, она привлекает больше инвестиций. Мы показываем себя как в целом город, который выступает за возможности. И то есть, ну, это очень узко... Безбарьерность — это не вопрос милосердия. Это не вопрос милосердия. Это вопрос общего комфорта, скажем так. Да, общего комфорта, будущего туризма, будущих инвестиций, потому что, ну, а когда за рубежом есть политики, есть инвесторы, есть серьезные бизнесмены, которые тоже пользуются инвалидным креслом, они не приедут в Днепропетровск сейчас. Что они, ну, только если им, у них будет там водитель, машина, и все им будут создадут постоянно особые, да, условия, помогать. И то человек пока будет выбирать, какую же гостиницу пойти, у нас же тоже с этим пока тоже сложности. То есть гостиницы вроде как называют себя доступными, но можно, спорить. Поэтому будут, это тоже одна из самых ближайших задач, которые мы надеемся решить, что будут прописаны. Получится, ты веришь? Конечно. У тебя есть эта страсть? Есть. О которой ты говорила? Потому что если ты не веришь, зачем начинать? Ну, вот не имеет никакого смысла начинать, если не веришь. Я верила, что у нас получится разговор, потому что если ты не веришь, то какой же смысл начинать? Я думаю, что мы встретимся еще чуть позже. Я думаю, что тогда будет и контракт уже. Очень серьезный, я в это верю. И, ну, я знаю, потому что ты же веришь, и страсть есть. Ну что, все же есть. На самом деле, самое важное — это находить людей, которые верят в то же, что и ты. И потому что один человек, каким бы невероятным он ни был, он не может изменить мир.
И то же самое, какая бы страсть у меня ни была, я не могу, к сожалению, проснуться, или даже Бориса Альбертовича, мы не можем проснуться, и вот завтра будет весь город вот идеально доступным. Поэтому очень важно, я очень надеюсь, что люди будут, им будет важно то, что мы делаем, они будут понимать наши инициативы, их поддерживать и тоже внедрять. Страсти надо объединять, правильно? Конечно. Все. Обязательно. Вот. Я рада, что вы с ней познакомились, потому что мы ее любим, ценим, уважаем давно, больше со стороны, теперь уже и лично. Это была Саша Кутас, страстная девушка, которая призывает нас объединять страсти, строить безбарьерный город, который будут любить, уважать и ценить в мире. Да? Да. Да. Спасибо большое за разговор. Дякую вам за увагу. Дивіться 9-й канал, це проект Пані та Панове. До побачення.